Родители, опасные для своих детей, в Крымском районе уже ждет скамьи подсудимых мужчина, избивший ребенка. Отчим для 5-летнего сына сожительницы избрал самую жесткую меру воспитания. Кнут и пряник сменил на кулак. 4 февраля этого года женщина ушла к матери, оставив детей с мужчиной. В это время 5-летний мальчик не стал слушаться мужчину, отказался убирать свои игрушки и заправлять кровать. По этой причине обвиняемый нанес ребенку 2 удара рукой и 1 удар ногой в область туловища. В результате ребенок получил перелом бедра со смещением, который повлек тяжкий вред здоровью. Еще краевой СК дополнил, что вернувшаяся мать сразу позвонила не в скорую, а бабушке мальчика. Именно она отвезла внука в больницу. Зять к тому времени уже подался в бега. План перехват рецидивиста состоялся в Новороссийске. Сейчас он в изоляторе, тем временем дело его уже направлено в суд. А вот материалы проверки матери ребенка передали в полицию. Она тоже оказалась необразцовым родителем. Женщину поставили на профилактический учет.